Ну, я тут цветочки и музыку слушаю. И на цветочки смотрю. Ну, я тут мимо проходил. Всем привет. Так вот это вот все выглядит в данный момент времени. Число не знаю, но я там потом напишу. А вот так вот мог бы выглядеть я. Вот. Если был бы у меня такой СИП, средство индивидуального передвижения, СИМ, средство индивидуальной мобильности, во. Я бы так катался бы. А что я тут делаю? Я дождя сегодня обещали, и погода такая не солнечная, не жаркая. Поэтому я тут решил погулять и посмотреть колесики всякие. В общем, не знаю, как, наверное, 2-3-часовую прогулка не будет у меня, а так увижу что-нибудь и сфотографирую. Вот тут как фотографируется. Тапочки немного великоваты, но... Увлекся и чуть-чуть не долбанулся. Они так ходят, стеклышко какое-то, прям вообще. Молодцы. Костюмы исторические там какие-то. Так, а тут у нас ракета. Хотел еще это... Ну, пофотографировать всякие павильончики там, проливали, но... Вышел и забыл я объектив маленький. А на этот объектив это прям серьезно, на самом деле. Вызов такой. Ну, на такой вот объектив фотографировать. Хотя... Хотя тут вроде большие пространства, но... Домики могут не влезть.
А, кстати, во. Йом. Я уже это шапочку надел. Зимний вариант. Ну как, на улице 10 где-то градусов, но ну прохладно. Ну что, зря ухи морозить. Ухи это такое. Вот такое вот красивое здесь. Розочки, цветочки всякие. Ну, дедок тоже молодец, красавчик в шапочке. Одобряю. Ну, значит, я тоже дедок уже получается. Раз это... Забочусь о своем здоровье. Вот. Дни культуры ОАЭ. О, а что это? Ну, неплохо. Ну, непонятно, но... Непонятно, но интересно. Что-то батарейки вроде сели в этой 3D-конструкции. О-о-о! Какое красивое. Ну, я вон про колечко. Прям оно было раньше поменьше и не здесь стояло. А сейчас поставили сюда, прям как это. Солнце большое. Московское солнце. Ну или как это? Солнце Москвы. Назову ее так. Ну, на солнышко же похоже. Вот, и вот что-то как-то они это смотрят, но что-то как-то. Я не заметил. Может 3D очки не это. Надо было надеть. Пум-пум-пум-пум. Не, классно тут. Даже, наверное, шапочку снять можно. Южный розарий. И песенки хорошие, тут диджей хороший. Да, шапка, наверное, пока лишняя. Пока мама не видит, я шапку сниму. Робинзон. Ран-тан-тан. Я помню такие песенки. Синенькое что-то такое.
Да, вот единственное, вот сейчас вот, например, вот так вот можно было бы сфотографировать, вот, в принципе, красивый кадрик, да, вот такой, непонятный, но красивый, но у меня он не влезет, у меня влезет только какая-нибудь статуя, из-за того, что вот слишком он большой, поэтому еще приеду, обязательно. Тут малышня залипает. 100 лет особому гаражу ФСО России. Ну, пыкайте там. Кому интересно. Это, ну, там, наверное, на эту машину пык-пык работает, но там уже дальше сами. Главное, ветра нет. Вот смотрите. Ну, в смысле, есть такой. Ну там наверху, наверное, есть флаг. Вот этот колышется, а левый не колышется, например. То есть он есть, но не везде, поэтому классно. Трубочки полив тут у них капельные, видимо. Ну сейчас так, рыбостанция, а где космопорт? Космозоу. Нету такого. Пока еще не сделали. Ну ладно. Три девчонки на одного парня что-то тут накинулись. Уже такие подвыпившие. О. ВДНХ – одно из самых популярных общественных пространств. Красивое. Москвичей и гостей города. Центр притяжения культурной жизни столицы. Каждый посетитель выставки чувствует себя комфортно и защищенно благодаря профессиональной работе сотрудников. Да, я комфортно и защищенно себя чувствую. Ну, ну, не знаю. Ну, еще нормально. Сейчас вот еще вот такой кадрик. Бабуськи. Прострелы такие хорошие получаются. И вот смотрите, что получается. То есть вот, вот так вот, да? А вот теперь на фотоаппарате как. О. То есть я чуть-чуть приблизил его. О. И вот, вот, вот так вот. То есть вот этот объектив хорошо вот ловить всякие такие ракурсы. А на маленький мой, который я забыл, хорошо все целиком. Ну, сейчас фонтанчики пофоткаю обязательно. Ну, если влезут. Ну, кстати, нормально. Влезает. Надо еще сделать так, чтобы вода была не заморожена, а текла. О, сверху там включается еще. Классно.
И вот то, что вот смотрите, что вы видите, да, вот. Ну вот и вот то, что опять же на фотоаппарате. О, видно, да? Очень красиво. Да, выдержка 1,8 нормально. Даже, может быть, сейчас попробую 1,5. Я теперь могу это позволить, 1,5 даже. Потому что у меня есть стабилизатор. Стабилизатор изображения. Раньше не было, и поэтому я такой был недовольный. А сейчас он у меня есть, и поэтому я такой довольный. О как. А вот тут еще, смотрите, чего. О, 3D работает. О, вот у меня не получится сфотографировать. Ну вот, ну вот так вот, да. Это эти. А так вообще выглядит, порву шаблоны вам. А так вот так вот это выглядит. Ну тут они что-то строят, им загородили. Фонтан 15 республик. Ну можно просто дружба народа. Ну а так да. Вот. Сойнышко Москвы. Вот сейчас так вот тоже сфоткаю. Вот такой кадрик попробую. Тут и фонари, и... Вроде все влезает. Вот сложно. Сложно, но можно, как говорится. Сейчас я подальше отойду. Но оно пока что-то не крутится. Не работает. Вот, вообще не, красиво, блин. Вот, кстати. Тут такая табличка. Розочка, смотрите, как красиво. Все цветет. Розочки, травка зеленая. Музыка играет. Круто же. А? Мне кажется, круто. А тут даже и вот уже может даже и солнышко или чего. Тут вальс народов России, кстати. Что-то будет, наверное, на выходных готовят вот. Это что, прогулку вам, блин, сделать? Получается, думал, что-то тут такое поснимаю и. А вам же интересно? Не выключай! Мы хотим видеть все. Ну ладно. Смотрите.
Ты так особо ты и не гулял же по территории ВДНХ. Ну, я снимаю просто как. Не рассказываю там ничего. Просто, грубо говоря, я гуляю и хожу, смотрю, а камера просто... Поэтому не ждите тут каких-то от меня энциклопедических. Там денежки кидают. Не мелко, но он, паренек, собирает. Вода-то холодная. Ну тут сложно догадаться, но вот это Россия, наверное, он. Русская, Украина, потом это Беларусь, наверное. А это уже там дальше такие азербайджаны. Но встречают нас Украина и Россия. Ну, в смысле, не Россия. И уже не Украина, но... Но встречают. Молдавия, там с виноградом, наверное, или это Грузия. С хлопком это... Что там у нас с хлопком? С этой стороны темно, с этой светло, а сейчас вот так вот хорошо получается. Интересно, сколько таких изображений 3D? Это что мы видели? Там пешеходный переход, зебра, потом три богатыря. Напишите, кто их и эту картину написал. Без подсказки, интересно, знает кто-то без интернета. И вот сейчас какая-то концептуальная вот башня. Ну, Останкинская башня. Сколько она метров в высоту? Кто-нибудь может сказать? Триста пятьдесят, да? Ну, это я просто так вот, насколько моих фантазий, не фантазий, а познаний. Как провести школьный день? Конечно, на ВДНХ. Хотите узнать, какой путь мы прошли от мечты до ракеты, от кириллица до эмоций? Научиться делать слова. Казахстан. Красивое. Знать все о нашем строении. Научиться создавать комиксы и строить роботов. Вот, и сейчас
четверг, время где-то часа два, будний день. И вот смотрите, сколько людей здесь. А потом зимой все это зальют. Вот он, каменный цветок. А потом зальют это все водой, и будет зимой каток большой. Вот такой вот кадрик. Ну, я сейчас еще чуть-чуть пофотографирую. Вот так, да, вот видите. А у меня получилось вот так. Вот. А можно еще приблизить. Ну, даже много. На 300 много. Это где-то 200. На 200 нормально. Вот. Смотрите, что получилось. 1,60 это вот, чтобы заморозить. Ну, а тут чего? Далеко. Именно надо на этом, чтобы видно было вам что-нибудь. А если чуть-чуть со стороны, работает или нет? Во. Суворовцы. Так, это что у нас уже? Вообще классно. А, тут еще и пальмы растут, что ли? Это целая система цветочных партеров. Ла-ла-ла. Тра-та-ра-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Так, ну что, они все? Вам там песенку слышно, нет? Вот чтобы мне сфотографировать, смотрите, как далеко надо отходить, и то не влезет, наверное. Да. То есть, чтобы домик сфотографировать, приходится вообще далеко уходить. А этот и сейчас не влезет. Это я уже от космоса сфотографирую. Еще чуть-чуть, метров на 10. И вот так вот приходится страдать. И еще чуть-чуть отойдем. Та-та-ра-та-та-ра-та.
И еще отойдем. Вот, вот теперь отсюда, не буду говорить отсюда, сами переводите, отсюда, я думаю, понимаете, вот что получается. Вот, только сейчас вот. Не зря я сюда отошел. Он тут еще, смотрите. Ну, в смысле, не смотрите, а... Ну, в смысле, смотрите, но... Ну, я сейчас вам покажу. Не, а что вы хотели? Вот... Вот у них там... Давайте посмотрим тут чего. Кошечка встал. Смотрю. Да, смотрю. 3D-обзор. Видишь? Это вилл попал? Видишь? Так, а тут что у нас? Тут большое какое-то. Потом посмотрю. Я-то особо не вижу тут. У меня... Не влезает все. Может, я слишком высокий, надо пониже или повыше? Может, они как-то... Ну, кроссовки, ну... Ну, ладно. Ну, еще и венки там. Ладно. Блин, настроение хорошее. А, тут еще вот так вот можно было. То есть она как бы... Ну, понятно. О, а кстати, отсюда вот тоже, смотрите, как... Тут оно почти целиком влезает. Все делается не зря. То есть я вот пришел, отошел, а тут видите, как хоба. И вот получился. Я пока не умею вставлять в видео фотографии. Ну, поэтому показываю вам так. Ой, вот так вот. Что там, видно что-нибудь? Вот, это все для истории. То есть, а нафиг, кто-то скажет, а нафига ходить, фотографировать? То есть, это же надо деньги зарабатывать. Но открою секрет вам, кто так говорит. Не в деньгах счастье. И нафиг они не уперлись. Надо жить, а не деньги зарабатывать. А я вот сейчас живу. А деньги они сами там разберутся.
подробности на сайте solisworldpark.ru. Кому чего и как и зачем. Так что я не знаю, я не парюсь. Вот, идем дальше к каменному цветку. А скоро батарейки сядут. Придется микрофончик отключать. Вторсырье. О, ничего себе. На мусорке. А с раздельным сбором. Вот вторсырье, вторсырье. Три штуки. Синенькая, серенькая. Это смешанные отходы. Смешные. Смешанные. Ай. Не влезает. Ладно, это я потом. Возьму объектив, который в домике фотографировать. Тогда уже по фото. Квадратные деревья, вот, пожалуйста. Это из Майнкрафта. О! Влезает. Ну, еще чуть-чуть. Контрольный. Сейчас там пройдут. Вот. Ну, тут с корабля прям на бал. И он может сходить, и каждый там вот... В каждом павильоне своя атмосфера там. Представляют там свои народные там вот разбирают металлоконструкцию. И музыка хорошо прям подобрана. Прям из моего плейлиста. Ну вот сейчас придется ждать, пока они пройдут. А потом кто-нибудь другой пойдет. Вот сейчас она теперь пройдет. И вот так вот. Вот так вот приходится и... Зажжет ветер. Четыре часа уже. Кстати, может быть, пока я тут гуляю и стемнеет, и подсветочку включат. Или включат. Вот еще, смотрите, нашел. Ну, в смысле, как нашел? Шел мимо и нашел. Да, тут вот какая-то... А
А ничего, что... Скала Ром, и... Ром, встань посередине теперь, ты видео сняла. Вставай, только сделай вид, как будто тебе страшно. Ну да. Какая? Сидите на этой шапке, попробуй. Давайте, пока они там. А мы посмотрим. Пока там шапку поправляют. Глаза страшные. Давай. Ты не видел глаза, ты помнишь? Давай еще. Зачем ты глаза страшные сделал? Мне очень страшно. Сделай поменьше. Давай. Замри. Смотрите в ТикТоках страны. Вот только сейчас у меня влезло. Так, ну давайте еще посмотрим. Освободилось. Вот тут так вот место. Встаешь вот ногами и, по идее, должно быть. Но, возможно, что-то пошло не так. Что, иллюзорная иллюзия, нет? Ну, я прям пошел прям. Вот он, каменный цветок. Самый красивый, который, ну, мне тут нравится, на самом деле. Дружба народов хорошо, но каменный цветок – это такой вот цветок. А с подсветкой он вообще шикарный. А тут уменьшается, ну тоже есть игра, не просто так вот они. Напугал. А, тут они фотографироваться хотят, понятно. Осетрик. Его отреставрировали. Гусики там он. Ой. И вот такой вот воробушек. Они тут вот червячков кушают, наверное. А, ну не только. Булочки.
Ну а мы идем дальше. Ну это надо видеть, я не знаю, я не этот. Фотографировать, да, вот видео снимать. А особенно если делать это одновременно, то... Тут надо приезжать и смотреть. Плодородие символизирует. То есть много там винограда, фрукты, вино. Но это еще не все на самом деле. Это еще не все. Ну а в плане того, что там еще дальше я планирую дойти до фонтана Колос. Он далеко находится, но а планы у меня большие. Поэтому я дойду. Но батареек 20% осталось. И вот смотрите, как он вблизи. Вот для вас специально. Вот я цветочек сфотографировал. Это вот в оригинале. А его еще можно приблизить. То есть каждую плиточку. Поволжье, пока реставрация. Сейчас, в принципе, рано темнеет, поэтому, возможно, я пока туда иду, там пока отдохну, батарейки позаряжаю. Вот сюда капельки долетаю. Уже и стемнеет, и... На обратном пути а это что за плодородие? Украинская РСР. У меня тут навигатор, тут какой-то
ТЦ есть. Там, где выставка, ярмарка проходит, забыла. Не понял. Причем выставка, я вас фотографирую. Все, да. Вам, чтобы вы были видны и фонтан, да? И еще вот так вот, с этой стороны. Посмотрите, нормально, нет? А что там про выставку говорили вы? Там православная выставка, ярмарка. Так. Я думала, она здесь, да, дошла. Ага. Я думала, она здесь, она как в каком-то ТРЦ. А, я не знаю, где ТРЦ никакие. Не могу подсказать. Не знаю, мне ни то не интересно, спасибо. Так, ну давайте, наверное, я буду вас заряжать. Будете заряжаться? Вот тютелька в тютельку, прям вот так вот фотографирует, и тютелька в тютельку влезает. Вот вон лесенка есть, горизонтальная, чтобы ходить туда. Не, красиво все, дорого-богато, и как раньше было в Советском Союзе. Это же 50-е годы. После войны все это строили. Блин, когда зачем они так громко кричат? Не, ну радость, радуются, да, но... Прям в ухо. Да, давайте я вас заряжу. В общем. А если что-нибудь... Ну, просто без микрофона будет ветер дуть вам, тоже фигово. Ну, блогеры, блин. На самокате я-то пешком хожу, а не совсем. Ну и ладно. Мы уже почти вот Республика Беларусь. Там я был. Ну, не в Республике Беларусь, а в павильоне Республики Беларусь. Пока только. Там бульбяная, да. А тут была выставка, я приезжал весной. Ну, всякие тракторы там, вот это вот все.
техника. Вот. Ну, нормально, час отработала батарейка, как, в принципе, больше от нее сложно чего ожидать. Пока работает моя кинокамера. Но надо уже задумываться о другой. 8К, 60 FPS, там 3D, чтобы было. Мультипульте. Чтобы все было красиво. Я даже примерно уже знаю. Ну, в смысле, фотик я хочу. А, еще один. Вот, и это. И... скоро начну откладывать на него. Кто там в курсе? Canon. Ну, у меня Canon, поэтому Canon. Хочу. R1. Вот. Просто. Сейчас 5DS. А хочу R1 и все. И мне будет хорошо, я надеюсь. А вам еще тем более. Потому что вы будете. Я там на него и кино можно снимать, и фотографировать. Потом, если научусь, вот как эти сборы делать, я для тех, у кого очень чешется и очень хочет. Помочь и то вот, ладно, заряжаюсь, скоро продолжим.